Немыслимые обороты в этом году набрала, казалось бы, забытая мошенническая схема, когда преступники звонят пенсионерам от имени родственников, попавших в дорожно-транспортное происшествие. Почти 90 пенсионеров из Чебоксар передали курьерам лично в руки более 22 миллионов рублей. Основная часть подобного рода преступлений раскрыта полицейскими Чувашии. На днях стражи порядка задержали еще троих подсобников, жертвами которых с начала ноября стали 15 пенсионеров. Они лишь 3 миллионов рублей. Подробности у наших коллег из пресс-службы МВД. Мошенническим путем забирал у пожилых людей денежные средства. Этот 20-летний молодой человек решил подзаработать на любви пожилых чебоксарцев к своим близким родственникам. Такой способ заработка он нашел в интернете. Согласившись на роль курьера, он обошел 7 пенсионеров, которым незадолго до его появления сообщили о дорожно-транспортном происшествии по вине их близких. И вот это сейчас заявление, что вы напишете, что вы согласовали, что вы согласны уплатить эту сумму. Мы сейчас эти деньги родителям там и врачам дадим, начнется ее оперировать, а потом уже вы опять договоритесь, что согласны. Вот это заявление, вот эту сумму вы в папку или в пакетик. Сейчас приедет мой водитель, и вы ему передадите. Пенсионерка собрала практически все свои сбережения в сумме 100 тысяч рублей и передала их вскоре прибывшему молодому человеку. Задержанный признал вину в 7 преступлениях такого рода. От полученных у пожилых граждан средств он оставлял себе 10%. Остальное переводил на счета так называемых работодателей. Вину свою признаю. Ущерб обязуюсь возместить. Подобным промыслом он занимался в городе не один. Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Чувашии и УМВД России по городу Чебоксары задержали еще 2 местных жителей 17 и 20 лет, которые также признались содеянным. Только в ноябре по данной схеме преступникам удалось обмануть 15 пенсионеров из Чебоксар, которые лишились более 3 миллионов рублей. Фигурантами уголовных дел, как правило, становятся молодые люди в возрасте до 25 лет. И при первоначальных показаниях они ссылаются на то, что просто пытались заработать и не знали о преступной схеме. Однако в ходе дальнейших разбирательств становится ясно, что задержанные прекрасно осведомлены сутью происходящего. В подтверждении демонстрируем скриншот переписки жителей Чебоксар с неустановленным лицом уже после ряда совершенных преступлений. Мужчина отказывается работать дальше, переживая, что будет задержан. Его опасения не напрасны. Из 95 преступлений данного характера, совершенных в Чебоксарах в текущем году, 74 раскрыто. Курьеры привлекаются к уголовной ответственности.